что, как принято в этот день говорить, всех причастных к этому событию с праздником. С днем настоящих мужчин, с днем вооруженных сил СССР. Ну, и как сейчас его переименован, даже не знаю. Забавно пытаться влезть в старую форму. Открыл шкаф, достал мундир. Еле-еле его на себя натянул. Так что, если что, это лишний показатель, что нельзя два раза вступить в одну и ту же воду. Да, это была вторая жизнь. Да, это было 20-летие с 19 до 39. Да, это была служба. 5 курсантской и 15 офицерской. Буйная служба. Бурная служба, интересная. Ну, интересная прежде всего, потому что был молодой, здоровый, как говорится, красивый, здоровенный. Все воспринималось с радостью. Поездки и переезды воспринимались не как оскорбление, а как новое приключение. Поездили много. Так вот, встречаясь со своими бывшими однокурсниками, и говоря им, что я прошел 7 округов, военных округов, и 10 гарнизонов, это вызывало у них удивление. Это действительно 7 округов. Киевский, учеба, потом Средняя Азия, Среднеазиатский округ. Потом командировка в Приволжский военный округ. Потом переезд в центральную группу войск. Потом переезд в Одесский военный округ, потом переезд в Забайкальский военный округ, за ним Московский военный округ, за ним северо-западная группа войск Калининград, и только оттуда я уволился окончательно. Вот такая военно-глобусная биография. Так что долго не отпускала службу. Долго. Лет 15. Сейчас ушло. Сейчас никаких ассоциаций. И зачем я одел этот мундир, я даже и сам не знаю. Он не вызывает у меня уже никаких аллегорий, воспоминаний, эмоций. Было и было. Как говорится, когда я был маленьким, я был майором. Сейчас я уже большой. Но об армии все равно буду вспоминать и вспоминаю с теплотой. Нужна мужчине школа. Не обязательно, обязательно отслужить в армии. Армия самая простая школа для мужчины. Поэтому ее не надо ни бояться, ни прятаться. Хотя нынешние призывники уже взятки дают, чтобы в армию попасть. Другая армия, другая эпоха. Другая срочная служба. Поздравляю всех мужчин с праздником. Поздравляю всех военных с Днем Защитника Отечества. Есть такая профессия. Родину защищать. Приятно быть к ней. Понимать, что это не пустой звук для тебя. С праздником еще раз.